Перед нами порошок для розыгрышей под названием «Невидимые чернила». Этот порошок я заказывал в Китае, уже не помню за сколько, так как это было давно. На обратной стороне упаковки есть инструкция на корявом английском. Здесь сказано, что ее используют шпионы. И то, что надо этот порошок развести на 30-35 литров воды. Это очень я сомневаюсь в этом. А чтобы проявить, необходима свечка, либо железо. В детстве мы много всяких опытов делали с появляющимися чернилами, и все они появлялись только от нагревания, а от прикосновения железа я такого еще ни разу не видел. Ну ничего, сейчас попробую. Для этого нам сейчас необходимо порошок. За вместо 30 литров воды я возьму стакан с водой. Ложку, чтобы все это размешать. Ну а далее по обстоятельствам. Открываем упаковочку с порошочком. Да, просто так ночью открыться не хочет. Ну, а внутри вот такой вот пакетик с белым порошком. По консистенции такой похож на мелкий сахар, либо соль поваренная. А его еще и скотчем переклеили, открыть теперь трудно. Ну ничего, зубы есть, надкусил и все. Высыпаю все содержимое пакетиков в стакан с водой. И тщательно размешиваю. Это, конечно, не 300, ой, не 30 литров воды. А всего лишь 200-300 миллилитров, но все же. Все, порошок полностью растаял. Далее нам необходим листик, на котором будем писать послание. Так как кисточки у меня нету, буду писать пальцем. Закорючки я всякие нарисовал. Подождем, пока листик слегка подсохнет. Вот и все. Далее достаем свечку прямиком из 90-х годов. Раньше, когда были перебои с электричеством, мы ее поджигали. Но уже очень много лет, даже лет с 20, наверное, уже, как свет не выключают, а свечка все так же в сарае у нас находилась. Вот она дождалась своего момента, пригодилась все-таки. И даже зажглась. Ну, а теперь, видите, на картинке показано. Нагреть. Нет, давайте сначала попробуем железной ложкой поводить. Ничего не появляется. На упаковке написано, что от прикосновения металла, либо от нагревания. Металл не подходит. Это только что проверили. Сейчас попробуем нагревание. Такой, знаете, пошел запах специфический, вот лекарство напоминает. Запах есть, а результата как такового нету. Лист уже закоптился. А с этой стороны рисунок не появляется. Ни намека на появление рисунка. Спасибо, свечка, ты больше мне не нужна. Сколько уже не использовал таких вот розыгрышей, именно такой вот фирмы, в таких упаковочках. Абсолютно всегда они были, ну, ерундой, мягко скажем.
никогда не оправдывали себя. Вот и очередные невидимые чернила. Они настолько невидимые, что даже от нагревания не появляются. Мой вердикт – не покупайте эту ерунду. Лучше как по старинке – молоком или чем-то тому подобным написать, и все будет появляться. А это, повторюсь, ерунда. Пока.